вокруг Конституции. Мы свою позицию... В хорошей форме, здоров, никаких остатков нет, так что готов к бою. Вместе с вами. Евгений Максимович, вы будете выступать? Здравствуйте. Я. Обстановка пока. Выступать будете, Евгений Максимович? Ну, перед вами нет. Особенно по вашей линии, по линии коррупции. Здравствуйте. Добрый день. Значит, у нас... Так и не получится. Так, тебе! Согласны, что в Бресте будет граница? Микрофон говорит. Не дай бог вам критиковать Белоруссию. И Лукашенко. Не дай бог. Потому что тогда будете иметь дело со мной.